Сейчас сразу обниматься. Че тянуть? Мужчин не хватает вообще. Надо, да. Надо сделать то ли мужчинам бесплатный вход. То ли платный выход. Выпивку, да. Не знаем пока, как привлечь мужчин. Но на самом деле это нормально, девчонки, потому что женщины — это развивающийся контингент. А мужики, они говорят, что какой театр, обалдело, что я работаю. Я устаю. Да. Все, приготовились. Сейчас, значит, все, ты, да, давай. Поехали. Обнимайтесь, вы обнимаетесь и только друг о друге думаете. Неужели? Неужели?